Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Сеть дисконт-магазинов «Титан» — это огромный ассортимент и ежедневное обновление. Бытовая электронная техника, ноутбуки, инструменты, золото, гарантия на товар, низкие цены. Магазины расположены в каждом районе города. «Титан» 450707. На улице Украинской водитель «Лады» 14-й модели сбил 7-летнего мальчика. Подробности этого и других дорожных инцидентов в рубрике «Видеорегистратор». На улице Украинской видеорегистратор зафиксировал ДТП. Ужас. Как видно, мальчик выбежал на дорогу в неположенном месте, не посмотрев по сторонам. От удара на «Ладе» разбилось стекло, а юный пешеход получил травмы. По аналогичному сценарию могла произойти авария на улице Московской. Ребенок решил перебежать дорогу прямо перед автомобилем. В этом случае обошлось без пострадавших. Стоит отметить, что пешеходный переход находился всего в 30 метрах от мальчика. На Слободском тракте водитель внедорожника решил обогнать попутные машины по обочине. За обгон по обочине полагается штраф 1500 рублей. На улице Производственной водитель «Шевроле Лачетти» выделился среди остальных автолюбителей. Перед поворотом на улицу Солнечную он с правого ряда выехал на перекресток под красный сигнал светофора. На улице Московской водитель иномарки проехал на красный и едва не спровоцировал ДТП. Впереди контроль светофора. На улице Мельничной водитель общественного транспорта выехал на перекресток на красный свет. Затем он не дождался зеленого сигнала светофора и повернул на улицу Дыповскую. На улице Щерса очевидцы наблюдали забавную картину. Водитель «Жигулей» 4-й модели, видимо, решил сэкономить на доставке стройматериала и за один раз перевез сразу несколько пачек пеноплекса. Классика стала больше похожа на башню, чем на автомобиль. На улице Щерса очевидцам понравился танец мужчины. Пешеход старался двигаться, как Майкл Джексон. Может, под чем-то, не? Так танцевать нельзя. Очевидцы предположили, что так танцор хотел согреться, ведь эта весна выдалась совсем не теплой. Сергей Пичугин, место происшествия.